Я думаю, Ген, надо благословить, чтобы человек прочитал стихотворение. Обязательно. Это... Дорогие друзья, есть предложение, сейчас Геннадий прочитает, так сказать, вот здесь вот лауреатом собраться и сфотографировать. Да. Лауреатом, да, все. Я благодарю Сафилию, Дмитрия Александровича, Геннадия Ивановича, Союз писателей России. Хочется, чтобы и мои земляки тоже порадовались, потому что видео я привезу в Касибу, покажу там, я проведу творческую встречу, я расскажу о нашем мероприятии сегодняшнем, там теплых светлых воспоминаний об этом. Ваше позитивное сравнение, я сейчас просто прочитаю вам одно стихотворение. Ну, в связи с тем, что я земляк Сергея Александровича Есенина, вот, родился в городе Касимове в 1941 году. Отец у меня погиб на войне в 1943 году, и я рос со вторым отцом танкистов, правда. Детство мое после войны. И я всю жизнь жил под звездой великого нашего Есенина, и до сих пор я живу под этой звездой. И непостижимый этот поэт, честное слово. Вот есть талант, гениальность, да, а есть Божий просто, да. Вот это он обделен, то есть не обделен, а наделен Божьим даром. У меня сейчас вышел цикл стихов, посвященных Есенину в полном объеме, и называется он «Есенин. Тайна русского народа». Он был опубликован на сайте «День литературы», а сейчас в журнале «Аргамак» выходит в первом номере мартовской, полный цикл. Там посмотрите, кто интересуется Есениным. Это мое видение его. Не просто березки, не просто вызова, а это драматическая, яркая жизнь, полная горечи и слез, полный успех и так далее. И одно вот из цикла этого опыта я прочитаю. Сергей Есенин. Любимец наш, задиристый мальчишка, с пророчеством на горе своих губах, за столицы вина хвативший лишку, ты иступленно каялся в грехах. Твой стих небесным светом серебрится, слепцам духовным указывая путь. Он в души наши грешные стучится, пытаясь их как двери распахнуть. В стихе дымы от вешних яблонь белых, как волчьи ямы ноченьки черны. Ему тесны вселенские пределы, что роковой чертой обведены. Да, этот стих воистину нетленен, в нем русская пленительна краса, стремительно проходит в нем Есенин, прищуривая дерзкие глаза, он жив, он с нами, мы единой веры в Россию нашу в каждый новый день, хотя над ней, как тайна Англитера, висит небес трагическая тень. Загадочно и властно ее метод, но я хочу поведать об ином, о том, как я, разбульный, буйный, смертный, был усмирен есенинским стихом. Он мне помог душою просветлиться, позвал сюда, где поле, речка, луг, чтоб отдохнуть от суетной столицы и от тебя, провозглый Петербург. Здесь речь родная, самый высший пробор, как девочка ласкается ока, здесь так же редко морда Русакова.
как в женской бане рожа мужика. Земля рязанская, ромашковые дали, озер зазеленевший окоем, желанной нежностью моего сердца сжали, как стих есенинский, когда мы с ним вдвоем, тот стих бунтарский, грозная стихия, дивлюсь его бездонной глубине, и чтоб топить в России злого змея, скорей скачи на розовый конец. Дорогие друзья, хочу поблагодарить и хочу попросить меня извинить. Вот, видите, какой был такой жесткий регламент. Я понимаю, что там, многим не дал сказать, а мы в результате не услышали и роскошь мысли, и роскошь духа. Но все-таки не обессудьте, значит, заканчиваем этот наш торжественный вечер. Я думаю, все-таки вы будете удовлетворены тем, что все-таки мы и о книгах поговорили, и о литературе тоже. Спасибо всем большое и до новых встреч. Просим на фотографию пройти сначала с дипломами, а потом всех гостей зала собраться на одну большую фотографию. А как все гостей зала? Это мы на галерее будем. Нет, не хотим.